На каждый вопрос есть свой ответ. В эфире программа «Дельный совет». С чего начинается наше жилище? Кто-то скажет, с дверей, кто-то со стен. Все это так, но шагаем-то мы по полу. Поэтому выбирать напольное покрытие нужно тщательно, чем сейчас и займемся вместе с экспертом нашего совета. Мнение эксперта. Сегодня выбор напольных покрытий настолько велик, что можно запутаться. Для начала определитесь, для какой части вашего дома вы выбираете напольное покрытие. Ведь для детской и коридора выбор будет не одинаковым. Давайте рассмотрим весь спектр напольных покрытий, чтобы определиться с нужным вариантом. Ламинат – самое распространенное на сегодняшний день напольное покрытие. Это HDF-плита, высокой плотности, на которую нанесена пленка с рисунком, имитирующим обычно дерево. Но сегодня есть уже ламинат с эффектом керамики и многого другого. Ламинат вы можете уложить в любом помещении. Просто при выборе надо учитывать его декоративные свойства и класс износостойкости. Пробка. Пробковые покрытия обладают не только своим неповторимым природным рисунком, но и имеют высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Этот пол имеет антискользящее покрытие и не притягивает пыль. И еще очень важно, он гипоаллергенен, то есть идеально подходит для детских и спальных комнат. Паркет – это одно из древнейших напольных покрытий. Паркет в интерьере вашего дома всегда выглядит очень солидно и богато. Он обязательно подчеркнет статус своего обладателя. Ничто не выглядит так изящно и красиво, как материал, созданный из натуральной древесины. Паркет будет эффектно смотреться в гостиной и спальне. Ковролин – это теплое и мягкое покрытие. При выборе нужно обращать внимание на плотность ворса. Чем плотнее, тем лучше и практичнее. Он имеет отличные теплоизоляционные свойства и легко чистится. Ковролин можно постелить в любой жилой комнате. ПВХ-плитка или виниловая плитка – это новое современное покрытие для пола. Она в совершенстве имитирует любые напольные покрытия, поражая разнообразием декоров. Эта плитка обладает высокой износостойкостью и звукоизоляцией, не боится влаги и идеально подходит для кухонь, коридоров, ванных комнат, а также утепленных лоджий и балконов. Если вы хотите внести в помещение больше красок, то можете выбрать мармолин. Материал экологичен и износостойк, но главное отличие – это разнообразие расцветок и насыщенность цветов. Постелить его можно в игровой или спортивной комнате. Чтобы напольное покрытие вашего дома стали неотъемлемой частью всего интерьера, нужно хорошо продумать сочетание структуры и цвета напольного покрытия со всеми составляющими вашего дизайна. И еще один дельный совет. Находясь в отделе напольных покрытий, не стесняйтесь и обращайтесь за консультациями к продавцам. Они люди компетентные, все вам расскажут и все покажут. Но выбор всегда будет за вами.